Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать, как же работает iOS 13 Beta 2 на iPhone SE. Итак, пожалуй, начнем с того, что какие же функции есть в 3D Touch, то есть это будет недолгий этап, и он работает практически моментально, то есть как только иконка проседает первый раз, так можно и отпускать, чтобы не нажать и не открыть вот так вот быстренько. Чуть-чуть, буквально секунда-полторы, раз-два, вот раз-два, видите? И она уже отрабатывает свою функцию. Сами знаете, что здесь этой функции нет. И она очень быстро работает, без каких-либо нареканий. То есть по всем функциям, по всем точечкам, вот этот пароль Wi-Fi показывает, каким соцсетям показывает и все остальное. Так же самое здесь проседает на старых этих еще нажатиях, как оно так и было. Но на приложениях оно показывает иначе. Чуть дожали, оп, и вот здесь вы уже можете по виджетам активировать ту или иную программу. Либо же добавлять его обратно туда, на рабочий стол, к виджетам. Здесь, в принципе, понятно. Сейчас вторая бета, уже скоро должна выйти третья бетка. Никаких новшеств нету, но по скорости работы я вам покажу, как она работает. Вот сами видите, никаких нареканий нет, все работает очень быстро, комфортно и нету никаких практически лагов. При том, что это бета-тестирование, это вообще я не помню такого, чтобы бетки работали так отлично. Единственное здесь косяки, это то, что иногда вылетают приложения, потому что они еще не подбиты под iOS 13 и немножко ест батареи. Но в целом, ну может на час меньше есть, чем это стоит на iOS 12.3.1. Вот, и ничего сложного нет в этом, как бы критического, как по мне. Но если вы надумаете ставить бету-версию, не забывайте делать резервную копию, чтобы потом не потерять ваши данные, и можно было легко восстановиться. Вот и все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожалуйста, чтобы потом не пропускать мои новые видео.